Густав Климт. Это мне Саша когда-то подарил такую чашку с этой теткой. С Густавом Климтом. Из тонкого стекла. Очень дорогая. Вот этот Моцарт, конфетки известные. Вот тут это как наш Рошен, только у них Моцарт. Только у них еще там какое-то барахло продается. Вот Дед Мороз. Привет, Дед Мороз. Давай подарки. Так, чуть погреемся под кондиционером. Такой обычный магазинчик. Вот такая вот Вена. Вот так вот мы гуляем, прогуливаемся. Ой, подожди, я хотела вот это вот показать. Так вот оно выглядит снизу, эти блестяшки. Такая вот.